Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. 2 и 3 августа снова в Печоре травматолог-ортопед из Сыктывкара. Обращайтесь при боли в спине и суставах, сколиозе, плоскостопии или травмах. Врач принимает взрослых и детей с 3 лет. Проводит внутрисоставные инъекции, УЗИ суставов, подбор ортопедических изделий. Записывайтесь по телефону 30350. Количество мест ограничено. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 29 июля, в Печоре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный и северо-восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 7,9, а завтра днем 18-20 градусов выше нуля. Мосты между нами, мосты. Ну, где ты взял? Песни со смыслом. От любимых исполнителей. От Печорин на вокзале. Духовой шансон. Душевное радио. Мишки заплутали. Просто хорошие песни. Love Radio. Лучшее из мира твоей любимой музыки.